Всем привет! Вы на канале Футбол Аббос. Предлагаю итоги 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Серия А. Ювентус после осечки в финале Кубка Италии в матче открытия 28-го тура просто уничтожил Лечи по счету 4-0. Напомню, что в матче первого круга была зафиксирована неожиданная ничья. Но тогда Кристиано игру пропускал. Лацио в упорнейшей борьбе смог дожать Фиорентину. Проигрывая после великолепного гола Франко Рибери на 25-й, лациали сначала сравняли счет, а затем на 82-й забили победный мяч. И сохранили, в общем-то, интригу в чемпионате Италии. 2-1 Лацио. Милан, Рома. Вот в первом тайме этого матча оказалось, что Милану не светит ровным счетом ничего. Но вот во втором хозяева прибавили через «не могу» и выиграли этот матч. Сначала Ребич со второго удара просто вонзил мяч в ворота гостей, а затем с пенальти Милан снял все вопросы по этой игре. 2-0. И вот непонятно, зачем тренер Ромы Фонсека так рано убрал с поля Джека. Наполи спал. Несмотря на то, что будущий игрок Неаполя Питания сравнял счет на 29-й минуте, Наполи очень уверенно и быстро восстановил статус-кво и красиво довел матч до победы со счетом 3-1. Счет абсолютно заслуженный. Голы были красивы. Один мяч, кстати, был отменен у хозяев еще в первом тайме. Наполи смотрелся очень здорово. Но не надо забывать, что все-таки это было на фоне спала. В заключительном матче тура Парма принимала Интер. К удивлению, первый тайм остался за Пармой. Парма была острее и имела больше моментов, а Жервиньо красиво забил заслуженный гол. 1-0 к перерыву. Конте на трибуне выглядел довольно бесцветно. Во втором тайме Интеру, подтянув всю тяжелую артиллерию, в лице Эшли Янга, Алексиса Санчеса и Виктора Мозеса в концовке удалось вырвать победу. В течение 3 минут с 84 по 87. Конечно, поражению Пармы поспособствовало удаление Юрая Куцки сразу после того, как Интер сравнял счет. Видимо, красная произошла за длинный язык игрока Пармы. В общем, подвел команду. Итог матча 1-2. А Кристиан Эриксен полностью провалил матч. Ну, на мой взгляд. У Пармы же, напротив, запомнился поляк Калушевский, игрок атаки, принадлежащий старой Сидьоре. Результаты остальных матчей тура. Брешия, Дженуа 2-2. Хочу отметить, что Брешия по ходу игры вела 2-0. Кальяри, Торино 4-2. Сампдория проиграла Болоне дома 1-2. Удинезе, Аталанта 2-3. И Сассуоло, Верона результативная ничья 3-3. В общем, по Италии все на сегодня. Подписывайтесь на канал, заходите в мой инстаграм. Всем удачи! Удачи и крепкого здоровья!